Я сосу Пипу, привет. Почему, Серег, плохая? Нормальная регистрация в игре. Киллкамы хуёвые, да? Регистрация нормальная. Не КС. Арт, привет. Ты третий раз уже шутишь на эту тему. Заканчивай. Вавада, деньги надо? Вавада, деньги надо? Денег надо, играй в Вавада. Геймрум Твич. Блять, тупая ты, Мандану два раза сказал! Два раза, блять, сказал нахуй! Сука, какая же ты тупая, блять, блондинка по-любому. Что ты, Димнекс, пойдешь? Не знаю, блять. На корректировку на 140. У меня тоже пришла корректировка. Боже, мразь! Боже, мразь! Иди рожай, нахуй! Иди рожай, блять! Да, буду, когда побольше народу, если там подпишется. Блять, какая же нахуй тупая, блять. Два раза, блядь, неужели меня не слышно было? Два раза, блядь, сказал, что в гейминге, блядь. Идет, блядь. Ха-ха-ха, я себе купила новое платье. Ха-ха-ха, пойду посмотрю, что там в гейминг-руме, блядь. Ой, мразь, я не хочу, я не буду, блядь. I'm planting, я тупая пизда, я все, что могу это сказать, I'm planting, блядь. Я тупая курица, которая ногти только что накрасила, блядь, мне нельзя стрелять, нахуй, у меня, блядь, флаг не высох еще. Фу, нахуй, сука, ненавижу, блядь. Да-да-да, флюгер, несите флюгер Геха, или как он там назывался, блядь, как в Евротуре, блядь. Просто меня привязывают, приезжает этот, Зеленский, говорит, прочитай это слово, точнее, дают бумажку, прочитай это слово, я его читаю и приносит, блядь, большой такой делающий. Прокс, тебя спрашивают, ты хорни? Что? Ты хорни? Меня сломали дрона. Что, блядь? Ты хорни? Да. Да. Корни, блядь. Я сам не ебу что-то. Слышно, слово. На восточке, скорее всего. Хорни означает возбужден. Ну, я когда Димку слышу, всегда такое. Ой, блядь, не подлизывайся, нахуй. Ты чё, это же взаимно. Ни капли, блядь, вообще. Я только от твоих бровей возбуждаюсь. Я только от твоих бровей. Играл в Dom 2016? Нет, я, кстати, вот новый дом ни один не играл. Ну, чё-то я как-то... Я в детстве любил вот это вот все, а сейчас как-то я костыл к таким шутерам. Вообще не цепляет. Спасибо большое. Охуя! Он аж, блядь, кувыркнулся, нахуй. Хороший. Пиздец, блядь, он такой... Блядь, чат, вы видели, как егерь перевернулся? Я первый раз такую анимацию видел. Короче, прикинь, он сидя, 360 в воздухе перекрутился от смерти, нахуй. Я первый раз такую видел, аж ногами вверх, нахуй, так, фу! Хуя себе прикол, блядь. Век живи, век учись, как говорится, анимация. Блять, чак нахуй вообще ни вкуса, нихуя, блять. Под черную форму, блять. Ой, нахуй. У меня пистолет. Вообще, блять, не море было сейчас на экране, бля. У меня даже персонажа не было. Ну ты MVP, если что. Охренеть, я в шоке до сих пор. Я 2 килла дал, за которые меня теоретически могут забанить, блять, и один ой, просто блядь. Блядь. Сейчас я мамке позвоню, скажу, что ты 6-2. Что ты мамке скажешь? Что ты 6-2 идешь, она тебя забанит. Алло, мам. Ты че 6-2 идет? Окей, мог бы не звонить, она рядом тут сидит. Не-не. Блять, и вот это 60 с хуем процентов, блять. Вот это вот 60 с хуем процентов я ждал, блять. Копия, блять, ебаный в рот, цветочки за 300 монет. За 300 ноунов. 60 с хуем процентов, блядь. Спасибо, блядь. Спасибо, чертово колесо.
Не надо окно смотреть, блять, не пикай. Мою пикинг. Спиддаун, блять. Спиддаун, блять. Да мне похуй, давай. Давай, блядь. Да. Гага, они даже защиту не вытянут. Яга, why you picked? Why you picked Jackal, you fucking stupid idiot? Зачем он пикал? Зачем этот хуесос высунул свою ебало, блядь? Они сейчас его продронят и обоссут. Что это, да? 4-5, ну не, не. Блять, шо ж ты шифтмен такой, не шифти. Прицелься, прицелься, блять. Прицель. Ну, мусор, мусор ебаный. Яга, why you picking? You fucking idiot. Why you picking? You stupid fucking cunt. Why you picking? Just stay inside. Сука, блять. Вот просто знаешь, что стол много дорого стоит. Стол дорого стоит просто. Я не хочу портить стол. Ультанул, да, в пустоту. Как можно сохранить спокойствие, когда ты с таким сбродом играешь, мусором ебаным? Ну как это возможно? Ну как возможно сохранить с такими хуеглотами ебаными, тупорылыми, блять? Как бы в любом случае мы бы проебали бы 9-й раунд, потому что это лунопарк и рандом дал нам 2 атаки. Поэтому мы в любом случае бы проебали. Какая нахуй разница, что в 8-м раунде, что в 9-м? Меньше бы тильта было, правильно. Сам виноват в чем, Прокси? Позволь узнать, пожалуйста. Ну какая разница, блядь? Я не знаю, мне, блядь, не знаю. Я на платках, когда проигрываю, ну, не так у меня горит жопа. У меня, блядь, горит жопа не с проигрышей больше. У меня горит жопа с тупости, ты, блядь. С долбоебов тупых, нахуй. Которым хочется просто ебло поразбивать, нахуй. Нахуй ты, сука, пикнул этого шакала, блядь. Просто стой, нахуй, и все, блядь. Блядь, нахуй вы эту стенку, блядь, укрывляете, нахуй. Вам, сука, медом здесь намазана эта стенка, что ли? Куски долбоебов, блядь. Сказал, почему. На мире никто не катает, потому что это трудозатратный персонаж. Особенно, когда ты, блядь, неблагодарный. Все это, ты все это делаешь, это все, потом вас разъебывают за 10 секунд, нахуй, ты даже мировское окно второе не понял, куда поставить, блядь. И тебе заново приходится опять это все делать, блядь, все эти ротейшены, хуейшены, пробивать стенки, надстреливать. Если бы хотя бы окно выбивалось так, что вокруг окна софт ломался автоматически, хотя бы, я, может, поигрывал бы на мире. Ну, просто вот это еще заниматься этой хуйню, обстреливать окно еще с наружной стороны каждый раз. Это, блядь, такая заебистая тема просто. Для прокода, для прокидки сифора дырку надо сделать рядом. То, пятое, десятое, блядь, это такая залупа, нахуй. За нас панта играет. Да нет, она в мете, она как опер, она сильный опер. Она очень сильный опер, но она, я говорю, просто лень за нее играть. Проще взять какого-нибудь персонажа, блядь, там условного егеря, поставил 3 соги, нахуй, и побежал по своим делам, условно говоря. Чем, блядь... Вилла, да? Да, это вилла. Ну, чем заниматься... Я вот лично не беру миру, потому что я знаю, что вы меня, суки, не прикроете. Это неблагодарная роль, блядь, на мире, так что в пизду, блядь. Так-то я готов ротейты делать, я за мьюта кучу всего делаю, так же, как и за миру. Ну, блядь, я знаю, что мьют самодостаточный человек. Но за мьюта мира... ты не привязан, блядь, к одному месту, да, нахуй, да, да. Стоять на нем. А мира нуждается в прикрытии тиммейтов, которые хуй, блядь, тебя прикроют. Я же вас знаю, суки. У меня классная шапка на мире легендарная, я могу играть на ней. У меня элитка. Нет, мир на самом деле, ну, такой сильный. Если правильно знать, как окна расставить, и это очень сильный персонаж. Но под нее, опять же, под нее нужен как сейчас минимум... Сейчас у нее много контурки, тот же этот, блин, сейчас... Под нее минимум нужен еще как минимум егерь, как минимум какой-то бандит, иначе она так, она одна, все равно тоже бесполезна особо, и это окно, блядь, сломают за 2 секунды. То есть это под миру еще полкоманды перестраивать. Ну, это ключевой тогда оперативник. Поэтому проще вон ее в бан нахуй кинуть, блядь, и не заморачиваться вообще нахуй. Ну да, блядь. Ну, Милузи. Милузи будут нас убрать? Не, я буду. Я Милузи. Нет, я Милузи. Гоу каву. Блять, вот здесь... У нас тут вообще-то Вамай с пищалками есть. Зря забанили. Блять. Нахуй мба, блять, пропадает. Залетает, короче, в окно. А, блять, дикий красава, нахуй. Дикий красава обозначил, блять. Я его забанить хотел, но свернулся. Ладно, пусть, думаю, сидит, нахуй.
Слышь, это залетает, короче, на кухне, пацан. Это, пошли в столовку. Пищалка, пищалка, Балтику убивают. Говорит, а пищалка спасла. Здорово, Санек. Это для тебя он проигрывает. Ты, речь шла вообще, мы обсуждали техническую составляющую игры. И ты сказал, типа, PUBG в сравнении с Siege'ом это... Ой, Siege в сравнении с PUBG'ом это рай. Я спрашиваю, почему? Ну там геймплей скучный. Фонг, ну, мне есть некоторые треки, которые мне нравятся, но в общем и целом не скажу, что я прям фанат Фонга. Давайте в ивентик еще сбегаем немножечко. Чем именно Siege помойка? Пожалуйста, не заставляйте мне это объяснять. Потому что любой аспект, смотри, любой аспект, который можно, в принципе, которым можно охарактеризовать игру, любой аспект, в любом аспекте Siege помойка. Хоть в чем-то, но помойка. Читеров пиздец как много. Звук говнище. Баги просто тонны, блядь. Звук отдельно выделяю, потому что звук это как отдельный организм, баг, совершенно отдельный. Визуал, ну, визуал окей, вкусовщина. Ну, для меня это помойка, визуал. Вообще, вкус у художников, которые работают над Siege'ом, это пиздец. Поддержка игры полная хуета, блять. Одна монетизация, по факту нормального ничего нет. Оперативники эти не нужны. Тупые, блять, карты. Хуёвый баланс на большинстве карт практически всегда, сука, защита побеждает на картах. Ну, я имею в виду, не побеждает, превалирует, доминирует защита в процентном соотношении побед к поражениям. Почти на всех картах доминирует защита. Хуёвая балансировка матчмейкинга. Хуёвое распределение сил на овертайме, когда, блядь, два раунда одна команда играет защиту, а другая тима играет только одну атаку. Соответственно, на многих картах это решает исход игры. Блядь, я могу бесконечно говорить. Сидж почти во всем помойка, блядь. Почти во всем помойка Сидж. Возьмите любой аспект, которым можно характеризовать игру, критерий, и в этом критерии Siege будет помойкой. Любой критерий возьмите, блядь. Нет, ваншоты в голову это, кстати, нормальная механика. Это неплохо, это не помойка. Нет, не везде так. Не везде так. Все говорят, так везде. Где так везде? Где так? Давай конкретнее, где так везде? Где, в какой игре, AAA проекте так, подобные проблемы? Я помню Battlefield, давай возьмем Battlefield, блять. Четверка, обосралась на старте, пиздец, за год отполировали, идеальная игра почти стала. Даже пятерка, и то в нее уже никто не играет, но она ее отполировали, я слышал, блять. Где это? PUBG, блять, как PUBG засирали, сука, помойка была неоптимизированная, читеры, баги, хуета полная. PUBG сейчас идеально играется, ни одного бага практически нету, все идеально, оптимизация вообще летает просто. Радуги, сука, пятый год, у нее, сука, есть баги до сих пор, которые с релиза еще существуют. Блять, детские проблемы, нахуй. Элементарные вещи не могут исправить даже, я уже не говорю о чем-то глобальном. Где так везде, блять? Где так везде, объясните, где так везде? PUBG 40к онлайн, давай посмотрим прямо сейчас, сколько в PUBG онлайн. Давай прямо сейчас посмотрим. Давай посмотрим, сколько онлайн в PUBG. Магазин статистика. Ой, магазин статистика. PlayerUnknown Battlegrounds. Прямо сейчас 280 тысяч, максимально 365. Блять, я все равно нахуй не понимаю, что ты пишешь. Серьезно, блядь. Это рапорт. Это ноябрь. No Nut November. Ну и что? И, блядь, кого я выбрал в No Nut November? Что это, блядь? Я нахуй либо тупая мразь, либо, блядь, мало какую-то ты хуйню. Ты фапал, не фапал в ноябре, честно? Что? Фапал? Каждый день фапаю, если ты мой... Нет, то... в ноябре. Блядь, нахуй, вы мне чё дурака нахуй из меня делаете, именно блядь? В ноябре ты фапал? Фапал, ну. Ну, значит, ты ситх. Чего? Это вот хуйня, что сейчас все как ебанутые аватарки себе в ВК ставят, блядь, со звездными. Да. Бля, я думаю, к чему эта хуйня вся, блядь? Вообще, да, он. Я еще хотел спонсорки спросить, думаю, че за все, блядь, ёбнулись головой нахуй ставят, блядь, этих на аватарки, блядь. Я думал, дикие опять передозировка, блин. Какие-то джедаи. Забейте, это вообще нахуй пизда. Хуя себе, у меня, блядь, естественно, я ситх, нахуй. У меня, блядь, со мной уже, нахуй, все модели с бомбокамс, блядь, на ты, нахуй, здороваются. Так и опять этот, блядь, который никогда не донатит, зашел. Блядь, как актера зовут? Он похож на молодого. В Спайдермене он играл отца друга главного героя. Господи, как его зовут? Да я знаю, что тебе пофиг.
Ну да, пофиг. Не хочешь общаться нормально, но и не надо. Ладно, за Ника, за человека, которого, в отличие от нас, все любили. Кстати, о любви. Бля, у него синяки прям как у меня под глазами. Можно я не буду петь, ладно? Гарри Обзорн, точно. Осборн, блядь! Не цепляйтесь к словам, педики. Я думаю, что надо поговорить. Не, давай лучше поиграем в пизду эту бабу. Сколько мы тут денег просадили. Жаль, нельзя поиграть. Ван сайт. О, каверя. Слева лежит. Она проползла, понятно. На красный. Понимаю. Смещаешь, что у нас тупо рашат? Блять, вот ничего, сука, без меня не можете. Просто ничего, блять. Нет меня на сайте, все нахуй. Все сосут хуй сразу. Ничего вообще не можете без меня, блядь. Заебали. Ни одного дня, сука, не поиграть как хочется по фану. А, это кухня, блять. Это кухня. Я просто, блядь, в дверь пострелял, нахуй. Никит, тут где-то лежит. Выстрели ракетой. Стрельни хуйней своей, блядь. Ну нет. Ну заебись, где ты, блядь, все проебал-то уже? Мне-то похуй, я-то невидимый, блядь. Элитные твичи, как багажник, пиздец, лютый. Я вам так хочу сказать. Сколько мы игр сыграли сегодня? Четвертая эта игра? Пятая. Ну, у вас четвертая, у меня пятая. Ну вот, из четырех игр, в двух играх читаки, блядь. Это просто, это нормально, блядь? Доброе утро, Ubisoft, блядь. Алло, может быть, вы начнете их банить? Пожалуйста. Было бы здорово. Было бы классно, если бы вы начали банить читачков. Нах ты меня отмечаешь. Давайте ластецкую и, блядь, и пойдем. Блядь, просто две из четырех игр читаки, блядь. Я рот играть, ебал, нахуй. Пожалуйста, пока в себя не придет. Не смешно уже в вопле слушать. Заеб точка ведет себя как ебанат, слушает против. Про кого речь-то идет, блядь? Заебись. Спасибо за донат большое. А, так это мой персональный долбоеб на хейтере, он постоянно высирает хуйню какую-то. Забей. Прическа называется указатель пути для хейтера. Я прям в этот прихожу в парикмахерскую, она говорит, как стричься? Я говорю, указатель пути для хейтера. Все поняла, не поняла. И рисует стрелочку нахуй. Все, спасибо, Илюх, за поздравление с новым очком. Решил, так сказать, обнов очку сделать. Саха, блять, вот вы когда такие вопросы задаете, вы какую реакцию от меня ждете? Типа, что я, вот, блять, в ожидании какого ответа мне интересно, вы... Типа, блять, что я должен сказать? Что все, блять, кто Миша Даймонда, все говно обоссанное, блять, или что, какую реакцию вы, блять, от меня ждете? Ты знаешь, что отвечаю? Скажи просто, какие варианты ответа. Я всегда говорю, когда не знаю, как ответить, блять. Да, типа, давай как в этом, кто хочет стать миллионером, давай четыре варианта ответа, блять, и три подсказки. Куда мало выпустить? Блять, у человека ник Имола. Имола, правильно. Имола. Отъебись от меня, блять. Я как хочу, так и называю, блять. Это мои подписчики, блять, не выебывайся. Так он и мой подписчик. Ну вот ты, блять, на своем стриме будешь его Имола называть, а для меня он Мола, блять. Да я-то Имола вообще не возражаю, ради бога. 500 рублей делать какой-то. Шучу, 600. Да. Блять, этот скин нахуй. Пиздец, блядь. Найс скин. Да, топчик. Ну,
Да у меня нет. У меня опять был крестик красный, как вчера. Какой крестик? Ну вот когда килл делаешь, вот у меня что вчера на этой же карте, когда кто-то типа подумали, что разменялись, короче, на самом деле не разменялись, у меня крестик был в прицеле красный, типа у кого-то был убил. И сейчас не, такая же. У меня эйса просто, блядь, не было в экране. Хорош. Блядь, просто типы не укрепили стенку, одну стенку, и двое откисло из-за нее, блядь. Так они, может, через ротейт хотели играть? Нет, он начал укреплять, я на шару выстрелил и дал ему в голову, блядь. Ебать, он там матерится, наверное, сейчас. Слушайте, я, короче, грилок мейнер. Я, короче, одно время, помню, ее мейнил, потом надоело, блядь. Ну, медленный опер, там все дела. А не, у нее уже штурмовая вообще забей, нахуй, просто пиздец. Она жесткая, она жесткая. Жесткая, согласен. Да и девайс жесткий. Да. Да и она сама жесткая, блядь. Кажется, ей надо наравне с Аруни сделать вот этот панч, блядь, кулаком. И Орикса еще, чтобы она пробивала стены, блядь. Да, да, да. Только она руки не скрещивает, а просто, блядь, идет в перевалочку, так идет и ломает. В отряде Rainbow Crisis происходит оптимизация. Силок, она наступает, он закрывается, сносит ей 10 хп, и она дальше силком идет, блядь, вот так. Знаешь, как прихрамывает так что. Или Рэмбо, блядь. Вот хэмки вообще взорвутся от счастья. Профильно. Прикиньте, юбики захотят в будущем когда-нибудь реворкнуть гридлок и типа, ну, модельку изменить, типа она похудела и 2-2 стала, типа. Мечта. Там будет какая-нибудь секси милфа, блядь. У них музя. Это первая? Подожди, а почему она не воспроизвелась тогда? Точно первая? Так, ну-ка, оповещение. Ладно, хуй с ним, я сейчас запущу тестовую, посмотрю, вообще она работает, блядь, нет? Да, работает. Не, вы поняли идею? Сверхновый, типа сверхновая звезда, у меня же космическая тематика, сверхновый подписчик и ниже имя. Там, где тест, там имя подписчика. Вот спонсорка. Вот спонсорка, она тоже должна работать. Сверхновый спонсор тест. Ебать, а почему она не запустила? А почему она не запустила-то? Бля, Кадиллак, не, Кадиллак, ты меня напиздел, ты ресап сделал, я же помню, ты брал спонсорку. Блять, просто забайтил меня на то, что тебе показал. Ай, идите вы в пизду, сука, над дедом издеваются. Блять, хватит над дедом издеваться. Хотя, блять, значок у тебя реально первого месяца, я не понимаю, что происходит. Ну, блин, ну типа того, да. Не, ну ладно, ну согласитесь, классная анимация, согласитесь. Ну согласитесь, согласитесь. Согласитесь, классная анимация. Ну, я вот, кстати, несмотря на то, что я рос в Омске, в принципе, детство у меня было достаточно такое суровое в плане общения с разными маргинальными элементами. Тем не менее, я никогда не нюхал клей, не нюхал газ. Как-то вот бог отвел, слава богу, что мозгов хватало этого не делать. И вам не советую, ребят. Потому что медведь прав, но на самом деле, я топору читаю, паблик, блядь, сколько малолеток, блядь, передохло от этого газа. Так, я не знаю, анимация подписки не будет воспроизводиться, если вы, ну, если у вас закрыт доступ к подпискам на Ютубе. То есть программа просто не опознает, что вы подписались. Должен быть открыт доступ. Он же видел, блядь. Ёб твою мать, блядь. Два аутиста. Что то, что этот. Закись азота я ставил только, сука, на свою Nissan GTR в NPS Underground 1. Вот это был топчик. Пришло время, блядь, первого репорта, нахуй. Хотя ладно, там, наверное, все нормально. Кого не могу убить? А у меня стата сегодня хуёвая, я решил не показывать её. Вот это чудо, бывший киберспортсмен. Если, блядь, нынче такие киберспортсмены, то, пожалуйста, остановите этот мир, блядь, я сойду, нахуй. Ну что я сделаю, если они все слились, блядь? Ну что я сделаю, если просто они взяли и все умерли, блядь, разом, нахуй? Что я сделаю на Каиде, блядь? Ну что я сделаю, нахуй? Просто все взяли и сдохли, блядь, от двоих. Ну что я сделаю, блядь? Нахуй это Элла пикает, блядь? Нахуй он пикает, блядь, долбоёб? Возьми да засахарись, блядь. Нет, только буду стоять, блядь. Нахуй, в пизду брать Каида, блядь, с рандомами. В пизду, блядь. Никто не роумит, блядь. В спальне сдох, блядь. Никто не роумил, пытался, блядь, затрикать стенку. Тут сдох, потому что, блядь, на сайте был и ничего просто не мог сделать. В пизду, идите нахуй. Просто буду роумить и все. Если уж буду сосать, то хотя бы буду сосать по своей вине, а не из-за долбоебов, нахуй. Которые просто, блядь, двоим людям сливаются. Так, да. Не, ну я по национальности русский, у меня в паспорте русский. Но родился я в Казахстане, да. Так что во мне присутствует, так сказать, частичка сверхчеловека. Частично я сверхчеловек.
Частичка Алди. Ну, до LDR это никто не дотянет. LDR это сверхчеловек на 100%. А я лежал как подобие. Ты в Перми живешь? Скажи, все, я просто, когда работал в техподдержке, мне звонили люди из Перми, я постоянно замечал, что, блядь, у них реально говор, как в реальных пацанах, они букву А в конце вот так растягивают. Это же правда, согласись, то есть это не рофл, они реально, я сейчас не могу воспроизвести, типа, два, то есть, блядь, я не знаю, как сказать, они вот реально растягивают. Я же прав, реально у вас есть такой вот говор. В Омске можно жить, у меня куча выбора, куда я могу улететь учиться, стать жить, планирую уехать в Питер, Словакию. Ну да, ну в Омске можно жить, я не говорю, ну, блядь. Окон, да. Блять, да. Вот забавно, да, как вот иногда, вот как вот такие региональные диалекты получаются. Прикольно. Да, там у ботяры пригорел, что я его обоссал на глазе. Глаза меньше пикай, блядь. Чтоб я так сильно не сосал хуй. Да? Да хуй сосал. Ты же здесь сидишь, я знаю. Часы, кстати, забери, пожалуйста. Эй, баля, хуйляся. Эй, баля, хуйляся. Блядь, я не хочу. Плюс 56? Вы видели? Мне дало плюс 56. Вы видели? Мне дало плюс 56. Перемотайте. Ой, вот, блядь, ты мертвого заебешь. Просто мертвого заебешь, отвечаю. У меня нет Аруни. А, да, здесь почему-то нет Найтхевена. У меня он раньше был, я не знаю, почему-то сейчас пропал. Я хуй знаю. А скина слон у меня, по-моему, нет на этом аккаунте. Он на мейне. Видели? Мне дало плюс 56 за отмененную игру. Это что такое, блядь, было? Почему в ПКД банят Эхо, Тэтчер, Клэш и Блиц? Ну, спидлайтинг. Кого должны банить по КД, чтобы ты этот вопрос не задал? По факту, про любой бан можно спросить, зачем нахуй его забанили? Потому что любой опер контрится, и как бы... Я просто не знаю, какие варианты ответа, блядь. Ну, банят, потому что хотят их банить. Ну, в чем проблема? Блица банят только на низких рангах. Если у тебя банят по КД блица, значит, ты просто на низких рангах. Перейдешь на платину, у тебя по КД будет банить других оперативников. Был скин этой совы, я не знаю, почему он пропал, этот скин, я хуй знает вообще, блядь. В ТТС я 100% помню играл, и я даже помню, когда тестил Аруни на ТТС, я даже на стриме говорю, бля, мне нравится, как выглядит дефолтный скин Найтхевена на Роне, я оставлю его. И то же самое про Беретту. Сейчас я не знаю, куда она пропала. Все, блядь.